Громкий скандал разгорается в США. Джордж Буш-младший поразил всех своим, по меньшей мере, странным поведением на траурном мероприятии. Во время панихиды по погибшим в Далласе пятерым полицейским бывший президент пустился в пляс. В этот момент он держал за одну руку свою супругу Лору, за другую Мишель Обаму. Первая леди Америки сначала была явно смущена, затем стала улыбаться. В итоге улыбнулся даже сам Обама, который до этого стоял с серьезным видом. Поведение Буша-младшего теперь активно критикуют в соцсетях, называя его неподобающим и неадекватным.